Чтобы NPM install корректно прошел, мне пришлось обновить Node.js до последней версии, версия 5.8.0 stable. После этого я открываю команду pmd Windows в роли администратора. Я перехожу к папке просто командой cd, если я нахожусь на... если мои файлы выкачаны в текущий диск. Если на другой диск, то, например, я перехожу на D, двоеточие, нажимаю Enter, я перехожу вначале на диск, а потом с помощью команды CD я перехожу в нашу свою папку. И дальше здесь я также обновил Grant, Yo и Power до последней ноды, чтобы они работали вместе одинаково. И дальше делаю npm install в нашей директории. Можно сделать здесь то же самое, также log level error, чтобы нам показывались только ошибки. После этого делаем Bower install. Он не сразу может пройти, иногда он зависает на выкачке определенных зависимостей. Если зависает, делаем опять Bower install. Вот, видим, что у нас оно зависло. Давайте повторим. Вот у нас оно прошло успешно, без каких-либо ошибок. И теперь главная проверка для того, чтобы все правильно ли все это работает, это Grant Build. Grant Build тоже может зависнуть, например, на выкачке из CDN зависимостей Bower Components для их замены. Если зависает, опять же перезапускаем.